Строительство здания детского сада началось прошлым летом. Объект площади почти 1500 квадратных метров. Здесь с комфортом разместятся 140 маленьких бишкекчан. Также в здании предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, столовая, медицинская комната и другие служебные помещения. Обучение планируют вести на кыргызском языке, но с глубоким изучением русского и английского языков. Здесь будут воспитываться дети из новостроек Оскон-Урдом, Рухи-Мурас и Карачгач. Значит, у нас младшая группа, ясельная группа, старшая группа, и средняя, и подготовительные группы. Принимаются дети с 2 до 7 лет. Наши воспитатели готовы уже принять у детей все, кто стоит в электронной очереди. На встрече с воспитателями детского сада глава государства подчеркнул особую важность их профессии – воспитания молодого поколения. Сооронбай Жээнбеков пожелал коллективу успехов и благополучия на новом рабочем месте. В настоящее время в столице работает 86 муниципальных детских садов. Конечно, этого недостаточно. Детские сады переполнены почти в 4 раза. В этой связи в Бишкеке в этом году завершаются строительные работы 2 новых детских садов. Также реконструируются еще 2. И в этом году мы должны будем завершить эти работы. Отдельно я хочу сказать, по линии общественно-государственного управления капитального строительства, это та организация, которая смотрит строительство объектов жилых массивов. У нас предусматривается строительство садика на 100 мест. Это в жилом массиве Геличек. У нас проектно-сметная документация полностью готова. Мы сейчас проводим тендерные работы. Я думаю, что мы подрядчика определим, и мы в этом году начнем. И плюс у нас в жилом массиве Арча-Бишек тоже запроектирован большой садик на 140 мест. У нас тоже проектно-сметная документация завершена. Сейчас она находится в госэкспертизе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Если они нам поставят положительное заключение экспертизы, то мы тоже эти работы начнем в этом году. Что касается учебных заведений, то возводятся пристройки к столичным школам. Так, в этом году планируется начать строительство 3-этажной пристройки к школе номер 6. А в жилмассиве Кокджар возведут школу на 550 ученических мест. Планы на следующий год масштабные. Ожидается начало строительства 6 школ и детских садов. Айгерим Бараканова, Эмиль Талайбеков, «Пирамида».